Да, десь дитинства на сонях і моляться, а шукають надій у Христа, де із долею можна змагатися і купатися в щастя росі, від краси можна там розридатися, і можна мовчки співати від краси. Наші пращури, мов заворожені, Чорноморщина край цей зовуть. З савіною віки запорошені, зберегли цього імені суть. Хай в загадки під час і не віриться, що на хвилях морів і степів та єднається в промені місяця людська мрія і голос штормів. І я ще одеситів хочу привітати з тим, що нарешті наш уряд затвердив, що Одесі 600 років, а не якихось 220. Одесі 600 років, Москві 830, Києву 1500 років і нашому славному місту на Одещині, Білгород-Дністровському, 2500 років. Так вибачте, хіба ми не українці? Я ще хочу вам сказати, справа в тому, я вас повітаю від спілки письменників України і не тільки Одеської організації, а як член правління Республіканської організації спілки письменників України. І бажаю щастя і козакам, і козачкам, і їх батькам, і їх друзям, і їх матерям, в першу чергу матері. Ще одне, справа в тому, що тут проспівала, пролунала пісня автора. Ну так хочу один куплет послухати, бо справа в тому, мені ще не дуже можна, бо я пережив інфаркт. Дуже не можна співати добре. Але один куплет я з вами, я проспіваю свої пісні, текст і мелодія моя, Олега Олійника, так затвердила спілка письменників України і спілка композиторів України. Повернулась вітчизна до мене. Самотиня влягла мою душу даремно, бо в жар, бо в долі моєї проміння весни. Крізь віки Україна вернулась до мене, просто з мрії злетіла на серце мені. Крізь віки Україна вернулась до мене, просто з мрії злетіла на серце мені. Хай ця думка лунає для когось незвично, та для неї немає ніде перепон. Хай коротке життя, та з вітчизною вічне, і ніхто не спроможний цей порушить закон. Хай коротке життя, та з вітчизною вічне, і ніхто не спроможний цей порушить закон. Дякую за вас. Вельмі шановне товариство, тоді дозвольте мені подякувати господарям Миколі Дионисовичу, керівникам, Марії Іванівні, викладачам і всім вам за участь у відкритому нашому році. Це наше свято, кожне наше зібрання козацьке – це наше козацьке свято. І дійсно, підтверджую слова, останній перепис у 2001 році в Одесі 650 тисяч українців, зараз ще більше. Тому ніхто б ти не був, росіянин, болгарин, грек, всі ми українці, громадяни України, знаєш, ми є всі українці. А хто ще не став, не усвідомив це, то такий назад, стань українцем, стань наші козацькі лави. І це наша земля. Ми, господарі, на наших полях, наші фабрики, заводи мають, наші вулиці. Ми маємо бути господарями. І в нашому духовному мистецтві, кров, ми маємо бути господарі. І тоді буде це щастя наших родин. І тому, якщо ми всі будемо не тільки наблюдати, спостерігачами, а будемо всі активно приймати участь,
От тоді ми здобудемо ту справжню нашу волю, незалежність, і це наше щастя. Ще раз дякую вам. І до наших зустрічів. Шановні гості, шановні студенти, у нас, як бачите, сьогодні такий, ну, день, я би сказав, наповнений різними подіями. Ну, ви побачили, які соціальні проблеми в нас, в нашому суспільстві є. Вони завжди є, завжди бувають, але ми про них повинні знати. Але фіналом нашого сьогоднішнього заходу стало, от, бачите, таке приємне знайомство із гостями нашими, козаками, з цим товариством, яке ми повинні знати і шанувати. Дуже вірно було сказано слова, що ми з вами українці, ми живемо на території України, ми повинні її любити, і ми її любимо. Я про це, в цьому я впевнений, тому що з вами, студентами, я кожного дня спілкуюсь і бачу, які ви справжні патріоти нашої України. За це я вам щиро дякую. Але зараз останній акорд ми надаємо нашим винуватцям. Давайте еще раз поблагодарим наших гостей, наших казаков, атаманов. Поздравим еще раз ребят с их крещением. Но нужно помнить то, что мы не одни. И об этом сейчас нам расскажет Алина Лавринова и Евгения Дерюгина. Над Богом больница. Никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде, при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. И с пеной у рта спорить мало кто будет, увидев взгляд своего палача. Машина на скорости, ты на дороге. Вот резкий обрыв, вот об камень висок. Вот пуля шальная, беда на пороге. От смерти ты только на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что ждет тебя за поворотом судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни еще оставляет, даря тебе шанс. В одиночку мы мало что можем сделать, но вместе мы способны изменить мир. Проблема была и есть, но остановить ее в наших силах. Главное — поверить. Случилось такое, сердце стало у всех ледяное. О любви мечте забывает и все чаще близких теряет. За идею слепую, не близкую нам. Помни, братья, не руку.
Сейчас я хочу представить всех, кто участвовал в этом концерте. Валентина, Алина, Вероника, Светлана, Карина, Анастасия, Юлия, Виктория, Ольга, Татьяна, Валерия, Татьяна, Анастасия, Александра, Анастасия, Евгения, Диана, Владислав, Николай. Спасибо. Мы благодарим всех, кто пришел нас поддержать, посмотреть. Мы бы хотели выразить огромную благодарность нашему прекрасному классному руководителю Витане Давыдовне. Она нас помогала, нам поддерживала нас. Вот, люди. Также мы хотели бы поблагодарить нашего организатора, без которого ничего бы этого не состоялось. Это наша одногруппница Алина Лавринова. Студентов, присутствующих здесь, приехать в общежитие. Мы будем для студентов общежития проводить еще раз наш классный час 7 декабря. И не вошедшие сюда фрагменты обязательно воспроизведем все-таки, потому как была очень большая подготовительная работа. Хочу поблагодарить всех присутствующих за внимание. Мы немножко затянули наше выступление. Спасибо, что вы уделили нам внимание, приехали на наш классный час. Нам было очень приятно и интересно знакомиться с вашей программой, с вашими выступлениями. Вот. А напоследок хочу поблагодарить моих ангелов. Я не хочу, чтобы эти слова захлебывались. Я очень редко их называю, мои ангелы, обычно про себя. Началось это все год назад. Наш главный ангел Карина организовала игру. Они пинковник, да, никто не знает, что кому сейчас будет ангелом в этот момент. Дарят небольшие сувениры, конфеты и так далее. Узнала я об этой игре совершенно не сразу, а тогда, когда они меня вовлекли в нее. Я шла с очередным нравоучением в аудиторию, и вдруг мне дали конфетки и сказали: «Оле, пожалуйста, так на парту передайте, только не говорите от кого». Я удивилась, пожала плечами, зашла. Дала Оле конфеты, она удивилась тоже очень этому, потому что игра у них только начиналась. И все желание читать нотации у меня пропало. Я с улыбкой ушла из аудитории. И затем, через несколько дней, ко мне в аудиторию во время занятия зашла лаборантка. Она у нас человек очень деликатный и передает мне сверток. Говорит: «Светлана Давидовна, вам срочно просили передать». А там в пакете со смайликами и сердечками лежит шоколадка и написано: «Ваши ангелы». И с тех пор про себя я их всегда называю «мои ангелы». Они сегодня, по-моему, хорошо выступили, замечательно выглядят. Выбрали для себя очень нелегкий путь медработников. Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы шли по этому пути прямо, никуда не сворачивали, чтобы ваши знания, ваши душевные качества помогали вам быть ангелами-хранителями для тех больных, которые будут нуждаться в ваших диагнозах. Чтобы вы всегда правильно, честно ставили эти диагнозы, не ленились. Если сомневаетесь, переделать его еще и еще раз. И, возможно, вы сохраните многим людям не только здоровье, но даже жизнь. Это не высокие слова, это так. От анализа лаборанта много зависит. В добрый путь вам, ребята. Я думаю, что вы не забудете то, о чем вы говорили сегодня, и будете являться пропагандистами здорового образа жизни и отношений между людьми. Потому что доброта, милосердие, терпимость, то, что мы выработали в своем коллективе, правда, сплотили коллектив сегодня.
наше выступление, да? Мы ведь не так начинали. Мы были недовольны друг другом и нетерпимы. Вот. А сегодня мы показали, что мы сила, когда мы все вместе. Спасибо еще раз вам, ребята. И надеюсь, это не последнее наше выступление. Давайте, пожалуйста.